Рецепт вяленых помидор. Многочисленным просьбам показываю свой рецепт вяленых помидор. Изначально мою помидоры. Мытые помидоры режем напополам или на четвертинки, если помидор большой. Помидоры использую сорта сливки. Я все помидоры, у меня получилось 6 таких решеток из дегидратора. Еще такой момент, попки у помидор я удаляю. Далее мы берем смесь. Вот сейчас я вам покажу. Плохо фокусируется. Здесь у меня соль, сушеный чеснок и итальянские травы. Сейчас я это все перемешаю и посыплю сами помидоры. Будете спрашивать, вот такой чеснок, вот такие итальянские травы. И берем смесь. И вот так вот обильненько посыпаем на каждый помидор. Далее я все решетки с помидорами загружаю в дегидратор. И ставлю на 10 часов на температуру 70 градусов. Помидоры с дегидратором прошло приблизительно 2 суток, они у меня стояли, сушились. Получились они у меня такие, ну, вяленые, не совсем сухие, такие они мне и нужны. Приготовила крышки, банки. Так, дальше. В кастрюлю я добавила 2 литра воды и приблизительно 200 грамм уксуса 9%. И добавила приправу. Приправа у меня итальянские травы. Это которые приправа, которую мы сыпали изначально на помидоры. Сюда мы тоже ее добавляем. Дальше. В эту воду, вот как она закипит у нас, мы бросаем помидоры на 1 минуту. Потом мы берем помидоры, вытаскиваем на салфетку. И на салфетке они должны полежать, посушиться, как минимум 1 час. На дно кладем чеснок. Далее укладываем слои помидорки. Посыпаем итальянскими травами и заливаем растительным маслом. И так делаем дальше. Помидоры наши готовы. Я надеюсь, вам понравилось. С вас лайк!